ресторан «Бригантина» находится с 5 глаз. Потрясающая панорама с видом на море. Есть бассейн. Можно воспользоваться. Шатры на территории ресторана. И можно провести мероприятие. Сейчас мы находимся в самое дневное время. Ну, такое обеденное, скажем так. Вот, конечно, после обеда, ближе к вечеру. Здесь немножко другая уже атмосфера. Заполнено гостями, так как ресторан действительно привлек очень много к себе гостей своей кухней и доступными ценами. Здравствуйте! Вот вы знаете, мы к вам приехали абсолютно не случайно. Вот наши туристы очень нравится ваш ресторан. И прям целенаправленно приезжают, и даже с Несебра, это очень много рекомендаций вашему ресторану. Вот вы мне скажите, пожалуйста, чем вы так привлекли гостей, наших туристов, и, собственно, кто еще не знает о вашем ресторане, мы хотели максимально бы узнать информацию. Добрый день, меня зовут Александр, и я являюсь управляющим данного заведения. Наш ресторан называется «Бригантина». Александр, вот вы мне скажите, вот наши туристы, которые приезжали, гости к вам, вы знаете, очень восхищены вашей кухней. Вот какая у вас кухня? Какое у вас меню? Совокупность микс кухни. У нас есть болгарская кухня, казахская, немного уйгурская, и также европейская. Слушайте, здорово. А вот что касается цен, вот я так думаю, что, наверное, тоже гостям было бы очень интересно. Средняя цена или все-таки такая стандартная, которая идет по Болгарии? Очень-очень деликатный вопрос, но спасибо, что вы спросили. Мы очень долго мониторили цены ресторанов, которые находятся возле нас. И в этот сезон мы решили сделать очень доступные цены и позиционируем наши цены как средние. Александр, скажите, пожалуйста, как к вам доехать, как вас найти для тех гостей, кто еще не знает ваш ресторан? Все очень просто. Мы находимся в жилом комплексе Dolce Vita 1, первая береговая линия, недалеко от Емхана монастыря. Очень удобно вам, к вам удобно доехать своим транспортом или можно общественным? Общественный транспорт находится, конечная остановка, буквально выше комплекса Dolce Vita. Спасибо большое. Ну, скажем так, найти вас легко, судя по всему, как наши туристы, уже гости побывали и отзывы очень хорошие в вашем ресторане. Да, конечно. Александра, вот скажите еще, пожалуйста, график работы. Как вы работаете? Со скольких до скольких или вы работаете 24 часа? Конечно, хотелось бы работать 24 часа, чтобы радовать наших гостей плодами нашей работы. Но, к сожалению, мы работаем, может быть, и к радости, мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. А проходят ли у вас какие-то мероприятия, например, в вашем ресторане? Да, конечно, в нашем ресторане есть возможность проведения мероприятий максимально до 25 человек. Это может быть на внешней летней террасе с замечательным видом на море, а также ближе к залу под шатром на 20 человек максимум. Ну, замечательно. Я думаю, они все-таки неспроста едут с других городов, даже чтобы посетить ваш ресторан. Да, конечно. Хочется подметить, что также у нас есть 4 больших уютных шатра для проведения семейных мероприятий до 10 человек. Слушайте, замечательно. Вы так хорошо говорите на русском. Это очень важно для туристов, с учетом того, что у нас очень много действительно как-то русскоговорящих туристов, гостей. Вот. Скажите, ваш персонал на каких языках говорит? Мы разговариваем на русском, базовом английском. Мы знаем казахский язык, но здесь он нам, конечно же, не пригодился. И за это время, пока мы находимся здесь, мы начали понимать болгарский. Здорово. Получается, гость, который придет в ваш ресторан, у него будет меню на разных языках, которые он сможет увидеть. Да, конечно, у нас есть 3 вариации меню: на русском, на болгарском и на английском. Ну, спасибо вам большое. И вам огромное спасибо. И хотелось бы обратиться ко всем гостям. Дорогой гость, будем рады видеть тебя у нас. Приходите, пожалуйста, обязательно.